Добрый день, друзья! В линейке смартфонов Lenovo с диагональю 5,5 дюймов. Это такие, как Lenovo A850, Lenovo A850+, и Lenovo A916. Очередное пополнение. В данном случае это вот такой вот в золотистом исполнении Lenovo S856. В комплекте сам телефон. Инструкция на китайском языке. Батарейка на 2500 мАч. Простенькие наушники. Кабель USB, microUSB. И зарядочка с переходничком под наши розетки. Для Китая и для Европы комплектация отличается. В данном случае это комплектация для Китая. Для Европы идет зарядка с европейской вилкой и белого цвета. И заряд белого цвета и наушники вакуумные тоже. Но телефон, естественно, при этом ничем не отличается. Задняя крышка выполнена из поликарбоната, обработанная лазером. Фактурная такая очень приятная на ощупь крышка. Решеточка разговорного динамика. Надпись Lenovo. 8-мегапиксельная камера с автовыбором предустановленных сцен. И светодиодная вспышка под крышкой. Под крышкой два слота под стандартные сим-карточки. Поддержка 3G, поддержка сетей LTE 4G и карточка microSD до 32 гигабайт. По периметру такая идет золотистая вставочка. С левого торца нет ничего. На верхнем торце разъем для наушников. С правого торца посередине кнопочка включения. И чуть выше качелька регулировки громкости. А снизу у нас разъем microUSB. Спереди экран 5,5 дюймов, HD 1280x720 точек. Отличное олеофобное покрытие. Обеспечивает очень комфортное легкое скольжение. И практически не остаются отпечатки пальцев на экране. Внизу три сенсорные клавиши, как обычно. Меню «Домой» и «Назад». Сверху разговорный динамик. Внешняя камера на 1,6 мегапикселя. И индикатора событий нет. Естественно, датчики приближения, освещения. Толщина смартфона всего 8,9 мм. К сожалению, кабель OTG смартфон не поддерживает. Android стоит версия 4.4.2, прошивка в телефоне стоит ровская, S128. Тут же сразу предлагает нам обновиться на прошивочку S132. И прошивочка отличная, все, естественно, русифицировано полностью.
Доступна установка приложений на карту памяти. Процессор здесь стоит с Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926. Решение начального уровня с хорошей энергоэффективностью, неплохой производительностью. 17732 балла в Antutu. Nanomark 56 кадров в секунду. Мультитач на 10 касаний. Оперативная память 1 гигабайт, постоянной памяти 8 гигабайт. Изображение, конечно, великолепное. Углы обзора тоже чудесные. Фотографии. Ну вот фотография в условиях плохой освещенности. Фото делает довольно камера неплохие. Естественно, смотреть видео на таком экране и играть в игры – это одно удовольствие. В общем-то, для любителей морских сражений, баталий или для любителей гонок Асфальт 8. Игра довольно ресурсоемкая, при этом, как вы видели, нигде ничего не тормозит, и корпус практически не нагревается. Но в целом телефон получился интересный, стильный. Я думаю, это претендент на звание оптимального Android-смартфона среднего сегмента.